такие вот яркие красочные ноутбуки для изучения алфавита, букв, оставления первых слов. Значит, поверхность у нас магнитная, куда, в общем-то, мы будем прикреплять буквы для составления слов, либо цифры, да, для решения примеров. Что входит вообще, да, вот такая видите, клавиатура, где у нас первый ряд цифры, а есть целый ряд с разными знаками, больше, меньше, равно, плюс, минус, умножение, деление. Это значит, что увеличивается функциональность, да, то есть можно решать уже с ребенком разные примеры, разные уровни сложности, то есть ноутбук будет интересен детям до школы. Дальше у нас идет на клавиатуре алфавит, да, полностью 33 буквы, а также идет дополнительный набор букв, то есть еще 33 буквы, каждая буква у нас получается по 2. Также в наборе идут вот такие вот карточки со словами, с целыми словами, либо слово, деленное на слоги, да, где ребенок уже видит, читает, учится читать по слогам, видит, из каких слогов состоит слово и подбирает, да, такие же буквы, составляет свои слова. Отметить именно сам дизайн ноутбука, да, то есть детей это, безусловно, привлечет за счет вот яркости, за счет картинки, у ребенка будет свой ноутбук.